Чем ты там занят, кузнец? Пытаюсь выбраться. Почти получилось. Готово. Следи пока за входом. Невероятно. Как ты сумел? Ты спрашиваешь об этом кузнеца? Ты? Ты? Ты злой колдун из моих кошмаров. Злой? Ты уверена, что обратилась по адресу? Я видела, как ты выпустил зло из мира теней. Ты видела это? Так значит, это правда. Виной тому гордыня и тщеславие. Глупая ошибка юнца. С тех пор я повзрослел и заплатил за это жестокую цену. Гибет до сих пор преследует меня, пытается владеть мной. Откуда мне знать, что ему это не удалось? Но ведь ты знаешь меня. Разве не так? Как и я знаю тебя. Ты являлась мне во снах с тех пор, как я себя помню. И ведь с тобой было тоже, правда? Да. Но как мне узнать, ты волшебник или гебет, вселившийся в его тело? Загляни мне в глаза. Ты можешь околдовать меня. Я не околдую тебя. Просто посмотри мне в глаза. Ты увидишь мою душу. Ты знаешь, что это судьба. В тебе есть вера. Поделись ею со мной. Я мечтал об этом. Не знаю, зачем нас свела судьба. Но ты ведь знаешь, правда? Чтобы ты могла провести меня в лабиринт. В лабиринт? Зачем? У меня амулет мира. Его большая часть. Это невозможно. Покажи его мне. Да, это он. Я видела его в книгах. Откуда он у тебя? Теперь ты мне поверила? Значит, это судьба. Если не мы, то кто? Сюда идут. Запомни, когда окажешься в лабиринте, три раза свернешь направо, дважды налево и еще раз направо. Это дорога к воротам безымянных. Но сначала тебе придется открыть ведущую к ним дверь, а ключи уже не у меня. Вас вызывает в покое верховной жрицы.